Извини, я заметила, что мы заказали один и тот же напиток. Стакан эспрессо? Полстакана густых сливок? С яичным белком и 9 кусочками сахара? Эй, а не хочешь сходить куда-нибудь? Звучит весело. Отлично. Зови меня когда угодно. Я только что встретила такого милого парня. Кого? Тодда? Он постоянно сюда приходит. И он никогда не оставляет чаевые. Живи с самим собой. А ты неплохо танцуешь. Дай помогу. Держи. Спасибо. Может, как-нибудь свидимся? Было бы неплохо. Ты не хочешь встречаться с этим парнем? Тот? В чем дело? Ничего, старик. Просто... Я такой одинокий! Скажи мне, старик, мы хоть когда-нибудь влюбимся? Мы когда-нибудь влюбимся? Нет. Парни, тут у вас как-то депрессивно. Так что я приготовил блинчики! Я знаю, ты грустишь, что мы никогда не влюбимся, Тодд. Но с тобой-то что, Тома? Я до сих пор не оправился от этого. О, не унывайте, парни! Нам никто не нужен! У нас есть мы! И Малой! А где Малой? Даже короткая влюбленность лучше, чем жить самим собой. Ладно, думаю, с вас хватит. Это все был социальный эксперимент! Лучшие социальные эксперименты 2019 года. От старого доброго! Попались! Мы встретим кое-кого, но пока я не могу рассказать тебе больше. Двигайся дальше, Тодд. Ради всех нас. Спасибо, старик. Мы удаляем тот видео-туб-канал. Видеть вас среди кандидатов на должность напарника-механика. И добро пожаловать на интервью. Рядом вы увидите флаг. Я, механика, попытаюсь заполучить этот флаг. Если у меня получится, всех троих исключат из интервью. Хорошенько взгляните на людей рядом. Они ваше единственное спасение против меня. Ваша задача – работать с этими двумя, чтобы защитить флаг. Выиграете или проиграете вы в любом случае сообща. Удачи! Первая группа была исключена. Осталось 4 группы. Итак, во-первых, почему у нас есть четвертый? Мою заявку потеряли, так что мне пришлось вмешаться в последнюю секунду. А в чем конкретно твоя специальность, приятель? Вторая группа была исключена. Осталось 3 группы. Если мы последние, у нас, по крайней мере, есть еще 2 секунды. Третья и четвертая группа были исключены. Осталась 1 группа.
Ну, если чему меня и научила война, так это тому, что ты всегда сможешь победить, если будешь ориентироваться в своем окружении. Прямо сейчас мы находимся на верхнем этаже гаража для парковки. Механека может проникнуть сюда несколькими способами. Либо через эти окна, либо через дверь, ведущую к лестнице. Пока мы защищаем эти две точки, все будет нормально. Легкотня. Я взял флаг. Это конец. Боюсь, вы все дисквалифицированы. Посмотри еще раз. Я без понятия, что сейчас произошло. Чего так долго? Я был во временной линии, где 90-е никогда не кончаются. И как оно? Некоторые вещи не должны длиться вечно. Значит, у нас тут временное нарушение? Насколько я понял. Только гляньте на это. Просто жесть. Никогда такого не видел. Хе, новичок. Я ожидал вас двоих. Мы сюда не чай гонять пришли, старик. Мы здесь, чтобы распутать небольшой узел. Уверен, ты будешь в порядке. Возможно. Все готово. Ты старший офицер. Ты и окажешь честь. Только помните. Некоторые вещи не должны быть распутаны. Конец. Похоже, сработало? Круто, да, 5F? Стынер. Что это было? Ты был мной? Поверить не могу, что ты все это время был мной из будущего, а ты мне ничего не говорил. Это был бы неловкий разговор. В смысле, мы же временная полиция. А это временное преступление. Ну, теперь ничего не вернуть. Может, мы и есть временное преступление, но я все равно хочу раскрывать временные преступления вместе с тобой. Я плачу, хоть и знал, что ты это скажешь. О, ты сделал нам чай! Тома, гляди! Почему-то у меня болит голова просто от того, что я смотрю на это. Ты в порядке, приятель? Ты, кажется, сильно ушибся. Кто ты? Амнезия! Ты помнишь, чтобы такое случалось? Нет. Это определенно имеет смысл.